Здравствуйте. 15 июля, 18 лунный день. Созди Ангарак, стихия огня с элементом огня. День для отзывчивых храбрых людей, воинов. Благоприятен для заключения контрактов, установления достойного руководителя, приобретения имущества, вложения, спонсорства, меценатства, земельной работы, в дорогу. Разрешать напряженные ситуации, размышления, медитации, обращение к учителям, начитывать мантры, советоваться с мудрецами, ламами. Ребенок, родившийся в этот день, будет простым, добрым, отзывчивым, в глубине души будет обладать храбростью. Неблагоприятен для сватовства, создавать ветряные сооружения, создавать собрания. Благоприятен для людей, родившихся в год зайца, овцы. Неблагоприятен годам обезьяны, тигры, змеи. Илгин Санцучин Дуани Хорол, Торджидба, Мани Дуани Алтынгару, Жудугани Пратика Тантры Дымчок. Сегодня заключительный день Пакшак. Воздержитесь от купания, последний день.